Водный туризм как форма отдыха для юношества давно уже зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Команды желающих попасть в палаточный лагерь «Славянская кругосветка» есть во всех муниципалитетах Краснодарского края. И ребята действительно отдыхают здесь по-настоящему. Подробности в нашем следующем репортаже. Не случайно кубанские старшеклассники стремятся стать участниками необыкновенного водного похода «Славянская кругосветка», который организует филиал краевой крейсерско-парусной школы. Небольшой коллектив филиала в летнее время увеличивается в несколько раз, благодаря тому, что принимаются инструкторы, которые и занимаются с начинающими водными туристами. Вся наша задача сводится к тому, чтобы обучить ребят ходить на лодках и не бояться воды. Значит, кто-то же должен их научить не бояться. А у меня как раз для этого есть хорошая команда. Вот эта команда занимается с ними и днем, и ночью. Они находятся здесь круглосуточно. 3 медработника, 2 спасателя, 2 водителя катера, 2 машины. Ну, в общем, полное обеспечение. Но главное, это, конечно, инструкторская группа. Инструктора классные. Значит, мы в этом году подобрали такую команду. В прошлом году с ней работали. В этом хорошо обученные, все спортсмены, все занимаются рафтингом по много лет. И на воде они дома. Здесь рады принимать у себя молодежь. Инструкторы стараются, чтобы участники кругосветки получали первые теоретические знания и практические навыки. И чтобы они более уверенно чувствовали себя на воде, в плавании. Здесь у нас дети обучаются водному туризму. Помимо него также и пеший туризм. И обычный туризм, где ребята учатся разжигать костры, ставить палатки, готовить еду на костре. Также у нас основная задача научить ребят сплавляться по реке на каноэ. У нас специальные лодочки есть такие. Вот, мы с отрядами соревнуемся между собой. Почему я и пришла второй раз сюда? Новые знакомства, море впечатлений, море эмоций. То есть я не сижу где-то дома, я знакомлюсь с ребятами, получаю новый опыт. В принципе, веселюсь и провожу время интересно. Есть здесь свои секреты, и для того, чтобы добиться слаженности, необходимо время. Но главное, что ребята очень старались. Дружелюбная атмосфера в палаточном лагере помогала им освоить основы водного туризма. Вместе гребли веслами. Сначала у нас не получалось, мы как черепаха на суше. Ни туда, ни сюда. Ну а потом мы начали как машина разгоняться быстро. У нас очень добрый коллектив. Я нашел новых друзей. Мы хорошо общаемся и проводим время. И пусть у многих еще не было опыта, а тем более для них в новинку грести на каноэ, но они не унывали и, осваивая непослушную пока еще лодку, скользили на ней по спокойной водной глади затона. После того, как они размялись, вышли на большую воду протоки. Чем дольше были там, тем лучше у них получалось плыть, хотя двигаться против течения было совсем непросто. И вот, наконец, они прибыли на запланированное место, чтобы после высадки побывать на экскурсии по городу. Впереди у них было удивительное трехдневное путешествие по живописной реке с вечерами у костра, песнями и дружеским общением. Самое главное, что все участники Славянской кругосветки встали на весло и прошли, преодолевая трудности, протоку до Деревянковки. И каждый час этого путешествия останется у них в памяти надолго, если не навсегда. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».